Тима номер 3. Гвардии против игроков. Видите, на экране пара команд у нас встретилась на стриме. И это у нас пара команд замечательных людей. Трое против пятерых. Смотрим, что же у нас тут. Карта Аванпост. Замечательная, неожиданная. Даже так можно сказать. Приятная карта. И вот у нас улетает вертолет. И сейчас Танюшку ждет Бомбалейла. Я-то все вижу. Я могу показать. У нас Танюшка взорвется. Вот. И вертолет падает. Танюшка не понимает, что нужно делать. Руль выворачивает налево. Не получается. Она улетает в занос. Танюшка, вывози этот момент. И тут у нас... от доктора, мистер доктор Унва просто придает своего тиммейта и бомбит вертолет. Что ж, тем временем экзотик минус хирург пытается команда обороны выполнять свои, не знаю, экстравагантные моменты на точке А. Грейвульф Джесс в упоре, пристрелка, ну-ка, и берет первый раунд. Команда обороны, команда игроков. 1-0 счет становится на карте Аванпост. И смотрим дальше. Гвардии против игроков. 18 января, воскресенье. Смотрим, четверо против пятерых. Запускается за машину убийства. Следующая жертва, это у нас пацанчик в отрыве. Горячий шоколад выбывает из боя. Все люди жалуются, почему я не могу зайти в комнату и почему я не могу поиграть. А вы видите на экране, вторая комната подряд, и третий человек уже просто заходит и выходит. Вот так вот у нас все на экране бывает. Смотрим, тем самым, что у нас плент стоит и раунд на выбивание для команды обороны. Джаз не понимает, что в него с рейндж мастера. Пацанчик в отрыве стреляет. И бегает как чайка. Чайка по карте. 1-1. Ух, я что-то здесь ни разу третьего лица не показывал. Карта-то большая. Обычно вообще там уже границы видны. Большущая картенька. Экзотик, опыт фраг. Минус гвардеец. Это у нас минус хамелеон. ГМ хамелеон. Что-то я не могу... да, я вспомнил. Это у нас супер баг. Это если ты на ГМе сидишь... Вы посмотрите, невидимый вертолет. Доктор Унва десантирует и падает. Падает колбаской в небытие этой карты. В общем, здесь багнутая система просмотра. Если ты от третьего лица смотришь, то ты начинаешь смотреть так, как будто все в одной точке сидят. Это все вертолеты. Невидимый вертолет от щита. Сериала «Щит Эвенджер». Тут у нас Танюшка вообще всех кромсает. Она обычно каждую гвардию против игроков всех кромсит на колбасу, а потом всю неделю их ест. Я теперь понял, зачем она это делает. Она ест детей. Гайя под вертолет выходит, экзотик начинает инициативу, вытаскивает в своем моменте, но что-то как-то не залетело, не заехало, но все-таки бегает, двигается, что-то там решает и погибает первым фрагом от доктора Унва. Мистер доктор Унва, я его даже так назвал. Даблкилл от доктора, шоколад, совершил самоубийство, хотя при этом он вышел из боя и получил нарушение. Смотрите, Танюшка летает. Она пересмотрела Гарри Поттера, она еще и стреляет с невидимого вертолета. Она какую-то переиграла в детстве в самолетики и вертолетики. Я не могу за ней угнаться, вот. Вот смотрите. Пятой точкой всех убивает. Опа, и вертолет появляется. Хирург режет беса. Также этот раунд для команды гвардейцев. Счет 3-1 в пользу команды атаки. Начало миссии. Смотрим дальше. Кто теперь будет сидеть в вертолете? Доктор Унва. Ой, теперь я все вижу в другом свете. А, если ты... Ага. Ай, навряд ли я уже должен быть. Перданка в руках, экзотик. Все, аж 3 выстрела сделал, пока бегал. Бегала Танюшка Хаем. Игрока добирает и гвардейца. Хамелеон минус Грей, Вульф, Джесс. И двое против 4. Трое против 4. Кемпер АМГГ. Хамелеон в упоре, граната в руках, и берданка, да какая из них двух гвардейцев. Настало время вертолетчикам. Доктор Унва, вперед. Смотрите, все зеленым цветом.
Нормально. Летающая камера. И погибает доктор Улва, не определился с высотой и просто погиб, десантируя на противников. Мочите верт сразу, пишет экзотик. Прочекал. Он не из простых. Пацанчик, вот Риви уходит на перестрелку. Кемпер АМЧЖ пытается выдавить этот момент, но не получается. Питом руки. Аук закончился. Все, нужно бегать, нужно плеваться ему в глаза. Опен трека пацанчика. Минус АМЧЖ. В вертолете никого нету. И тем самым, что этот вертолет должен отвлекать на себя внимание обороны, пользуются гвардейцы. Выходит доктор Унва. В упоре перестрелка бирланкой в нос. Минус доктор Унва. Я по ноге, экзотик погибает от хайя-хирурга. И этот момент, этот раунд уже кажется для команды обороны благоприятный. Хотя уже забрали точку А. Джесс должен тащить. Джесс минус Танюшка, Джесс заблоки, минус хамелеон. Как все быстро повернулось, да? Хирург. Давай, доктор Хирург, мистер Унва. Соединил два ника аж. 3-3. Начало миссии. Смотрим. Пацанчик в отрыве, что у нас покажет в этом раунде. Берет эксклюзивное оружие, не знаю, убийцы PBIC 2025 года. Тем самым с тиммейтами пытаются прорвать точку А. Кемпер АИДЖ минус доктор Унва. Точка А подвергается пока интенсивной атаке. И дымка, и все остальное закидывается на этот дверной проход. Кемпер АИДЖ минус Танюшка. Есть минуса от эксклюзивного специального оружия пацанчика в отрыве. Плеймейкер минус хирург и погибает от пацанчика. Улетает хамелеон в поднебесную. Наши игроки еще пока держат оборону. Массовый обстрел всей позиции точки А. Хамелеон не может собладать с этим мощным оружием. Ломает все стекла, но не игроков. Нужно выпрыгивать. Хамелеон, сейчас погибнешь. Взрывается от беса. 3-4 в пользу команды обороны. Что ж, новый раунд. Смотрим дальше на экраны. Чем повеселят нас гвардейцы на этот раз? Опен фрака Джесс, хайя, минус доктор Унва на площадке, на вертолетной площадке. Анюшка с тренди зоны выходит на точку А и погибает от плеймакер. Плеймейкер. Также есть даблкил от Кемпера и плеймейкер даблкил минус пацанчика в отрыве. В сухую сделали этот раунд. 3-5 в пользу команды обороны. Пользу команды обороны. Смотрим, доктор Унва. 100 хп. Аркадит у нас точку Б. Есть опенфрай, я от пацанчика с обмотки, минус кемпер, а им на лестнице. В основном вся же гвардейцы выйдет на точку Б. Джез. Мейкер у нас не сидит на месте, минус хирург, но погибает от пацанчика. Есть размен на Танюшку от Джеза. Команда гвардии в этом моменте пока ничего не может показать. И хамелеон вместе с пацанчиком остались живых, чтобы вытащить этот раунд в связке гвардейцев. Выходит Джесс, перестрелка, ну-ка погибает хамелеон. И не смог вытащить в этом моменте. 7 хп оставил своему оппоненту. Пацанчик в отрыве, остается один против троих. 30 хп в запасе, обмотка в руках и надежда у нас в голове. Вместе с пацанчиком. Экзотик со спины решил обойти противника. Инфа натекнута, минус экзотик от обмотки. Какая-то музыка страшная. Пацанчик, ну не халдит.
Нет, мне нужно халдить. Это же супер турнир, супер лиги Point Blank Championship 2025 года, где уже на сенсорных экранах показывают этот турнир. И пацанчик в отрыве понимает всю серьезность этого момента и не хочет проиграть и подставить своих тиммейтов. Он будет вытягивать и тащить этот момент, при этом, что у него 10 хп в запасе. Счет 3-5, и эта карта аванпоста очень серьезная для того, чтобы пройти по сетке дальше гвардии против игроков. Пацанчик видит противника, здесь хп. Если он сейчас погибнет, а не проиграть, все, и в землю взорвут. Представляет пацанчик. Нужно тянуть время. Выходит на перестрелку. С ножом в руках. Три раза поменял на нож, но все-таки выходит на противника. Минус бес! Минус бес! Грей, Вульф, Джесс. Один против гвардейца. Нет, он успел поставить плент. Десять хп против Симы. Джесс. Он всю карту оббежал. В активном поиске у него, наверное, ВКонтакте стоит. В активном поиске пацанчика в отрыве. 14 секунд до взрыва бомбы. Джесс покрутился. Ой, карусель. В 9 секунд до взрыва бомбы он у нас вернул ВКонтакте. В скайпе позвонили внезапно. Все, это печаль, беда. Он теперь удаляет своего друга из скайпа. 4-5. Пишет пацанчик. Эйс, это эйс. Пишет. Долбанный аванпост, Джесс. Что ж, давайте-ка прочекаем от третьего лица, что происходит на карте. Хирург. Ну, у нас бегает. Площадка вертолета. Уже со спины. Со спины игроки обходят гвардейцев. Плеймейкер, минус хамелеон. Хамелеон выбывает с боем. Все просто клали большой и толстый на все правила гвардии. Хирург минус темперамент. Минус по точке в отрыве. Минус от доктора. Крисы. Экзотика работает активно. По точкой А. Извините. Что-то прям как-то аж подавился. Танюшка со скара минус экзотикой. Без со спины минус по Танюшке. Счет становится 4-6 в пользу команды. Игроков остается один раунд, чтобы получить призы и затащить гвардию. Воскресную гвардию. Да, Хамелеон, просыпайся. Тебе нужно играть. Молодец. Не забывай. Ой, слетает маска. Все, в этом раунде сейчас он может погибнуть. Чекает, чекает на изи мейкер и погибает. Экзотик вообще совершил самоубийство. Крисы работают минус вес. Вес перед смертью. Минус хирург. Аук не работает. Кемпер погибает. И зарезала трюшка со спины своего оппонента команды обороны. Бомба была установлена. Пацанчик в отрыве. Крисы. Выходит Джесс. Погибнешь же? Да, погибает. Начало миссии. Смотрим дальше. Карта Аванпост. Одна из самых крутых карт Point Blank. Экзотик не хочет бегать до базуки и просто перетащил ее себе поближе. Все сидят, посиделки начинаются именно сейчас. Хамелеон также чекает у нас спуск на балконе. Я бы даже так назвал эту точку. Железные двери. Балюстрада холла второго этажа. Верх веранды. Боковая комната красная. Красный коридор. Красный центр. Первый этаж холла казино. Вот это вот позиция, конечно. Джесс, куча разменов, куча убийств. Команда обороны в основном делает свои минусы, самые важные. В этом раунде и остается двое против четырех. Меньшинство для команды гвардейцев. Что вообще что-то сделать? Хирург, 2 хп. Минус от хамелеона, минус без. Двое против двоих. Есть аима от хирурга. Первой пулькой в шапку получает у нас плеймейкер. Экзотик. А ведь слили же. Слили 4 в 2. Счет становится 6-6. И этот раунд будет решающим. Начало миссии.
Кто же заберет его, мы будем видеть на экране. Есть минус первые перестрелки. Экзотик видит нам вертолет для площадки хирурга и погибает от своей неудачной аркады. Тем самым у нас основная стежечка будет по точку А. Ну, она как-то какая-то жиденькая, так сказать. Один побежал, один посидел, и уже погибает еще один гвардеец. Полетел вертолет. Секретное оружие команды гвардии. Танюшка, вперед! Есть минуса джезом. Задавила своим пулеметом кемпера, а им джи-джи. И пока команда обороны держится. Очень печально, но держится. Но потихоньку сыпется. Плеймейкер минус подсадочник в отрыве. И Танюшка, как Шварценеггер, сидит на втором этаже здания. Обстреливает всех копов, которых видит. Танюшка взрывается. Почему-то от вертолета. Вертолет взорвал Танюшку. Ну да ладно. Остается один хамелеон. Он идет прям в капкан противников. Они тут вообще все сидят. Здравствуйте, я с бомбой пришел. Хамелеон аж перекрестился 30 раз. Ходя под ноги, есть массовое убийство. Вот так вот у нас заканчивается счетом 7-6. И хамелеон добирает с собой противника на тот свет.